Уважаемые товарищи, я от души поздравляю вас с Международным днем солидарности всех трудящихся на всей Земле. И если нас сегодня может быть много, но вы представляете всю страну, все регионы. И я думаю, что недалек тот день, когда такие митинги солидарности всех трудящихся будут проходить по всей нашей республике, пусть маленькой, но нас услышит весь мир. И я думаю, что от нас с вами зависит и то, что произойдет в будущем. Социалисты — это те люди, которые должны заботиться о жизни каждого гражданина. Каждый человек должен быть уважаем и должен быть услышан со своими проблемами, потому что он гражданин этой республики, независимо от национальности. Что-то упустили когда-то. За 20 с лишним лет республика имела разный опыт. К сожалению, иногда очень горький. Разрушились сельхозхозяйства, разрушились предприятия. Люди остались без работы, вынуждены были выехать за пределы республики. От нас с вами зависит, чтобы мы гордились своей страной, чтобы мы возродили свою страну. И это возможно. К власти должны прийти народ, люди, которые умеют руководить и знают, как это сделать. Мы разработали программу, социально-экономического развития страны. Это наша будущая платформа на выборах этой осенью. Я думаю, что в этой программе в первую очередь во главе стоит человек. От нас, от нашей сплоченности. Нас сегодня много, я еще раз повторяю. Но мы должны сказать свое решительное «да». Да Молдове. Власть должна идти по тому пути, по той дорожке, которая проторена народом. И мы не должны терять свою столетиями созданную взаимосвязь с российским братским народом. Мы должны двигаться туда, куда скажет народ. А это все мы вместе с вами взятые. Спасибо вам, что вы сегодня рядом, что мы все вместе рядом. Я не знаю, кто с кем рядом, мы с вами или вы с нами. Я думаю, что мы вместе, все одно единое. Давайте мы так будем оставаться едиными, и тогда мы победим. Троянская уну май! Паче мунке май! Паче мунке май!